The Hard Kiss. Найепатажніший музичний гурт України. До вітчизняного шоу-бізнесу колектив увірвався у 2011-му. За три роки існування сміливі та готові до експериментів учасники The Hard Kiss представили кілька яскравих відеокліпів. Зараз музиканти готуються до релізу дебютного студійника. The Hard Kiss славиться не тільки якісною музикою та оригінальними відео, а й креативними образами. Первоначальное желание быть артистом от начала и до конца. Юли Санины образы – это вызов, вызов всему приличному. Hard Kiss делают беспрецедентный продукт на территории как бы нашего шоу-бизнеса. Мне лично надоело, когда артист приходит в джинсах и выступает в джинсах. Я все-таки больше за образ, тот, который живет именно на сцене. Мы возрождаем эту традицию быть ярким, выделяться на сцене. Я всегда отталкиваюсь от музыки, если честно. Музыка первая, а образы должны подчеркнуть и не переплюнуть ни в коем случае. Каждый трек абсолютно иной, вообще по-разному. И благодаря этому меняется концепция, полностью визуализация. Хочется чего-то нового, того, чего в украинском шоу-бизнесе точно не было. С тем, как вот ребята появились на сцене, сразу стало понятно, что вот они не заняли нишу и делают это довольно хорошо. Очень приятно, Юля, с тобой познакомиться. Скажи, вот ты как настоящая девочка. Я знаю, что в кадре, в фотосессиях, в клипах своих ты меняешься каждую минуту. Но в жизни своей ты можешь позволить себе поменять свой образ, там, нарастить волосы, покрасить другой цвет? В обычной жизни я вообще очень мало внимания уделяю там каким-то переменам внешности, моде, стилю. Я очень просто к этому отношусь. Мой любимый стиль – это спорт, это casual, это серые, черные цвета. Здесь я абсолютно непривередливо, у меня даже нет времени особо следить за тенденциями. Мне жалко одевать красивые вещи в пыльные там студии, реп-базы и так далее. У таких casual-образах Юлию Санину фаны майже не впізнають. Ну, если я без макияжа, то меня не узнают, и мне это очень на руку. Хоча інколи змінюватися Юлії все ж доводиться. Начиная с 10 класса, грубо говоря, волосы были всегда по пояс. Как я начал делать головные уборы, у Юли раньше были волосы очень длинные, ниже лопаток. И понятное дело, что каждый образ надо делать что-то новое. Переплету косичек, у нее потом истерика, потому что сильно больно. Мне просто надоело в какой-то момент. Mm-hmm. Я решила обрезать длину, и проще стало и мне, и моему парикмахеру справляться, и парики удобнее теперь одевать. Простіше стало і команді, яка працює над стилем, зачісками та мейкапом учасників колективу. Здесь всім заведує наш несменний стиліст Слава Чайка. І варто відзначити, стилісти на чолі зі Славою Чайкою та учасники колективу прекрасно розуміють одне одного. Сценические образы должны быть для меня удобными. Юлия Санина не хотела его одевать, потому что очень сильно он перекрывал лицо. Раньше так делали, мы более такие большие, где-то неудобные, давили, Юля жаловалась. Потом усовершенствовали, делали легче, легче, легче. Вот этот вот головной убор вылепился вручную, напоминает что-то такое, да, как хребты, как русалки, как и драконы, и динозавры. Вот этот вот костюм, он тоже вошел в историю. Своей яркостью, своей активностью. В этом костюме Юлия Санина открывала сольный концерт первый. Из-за того, что мы как бы делаем все руками, иногда это неудобно. Но как сказала Анна Деларуса, все, что неудобно, это фэшн. Я, конечно, не Юлия Санина.